один момент, подождите, секунду. А, Ириниша, а десанта с сисками, вот отсюда вышкается. Опять же, один десанта, смотрите, найти мне. Будет, один вопрос, будет блейд. С топором стоит человек, рубит деревья. Понятно? Вот его этим дышит, тюремный фрумстил. И видите, а в шоке, это часть зомби, значит, символизм. Нет. Нет. Фазм Татвон Тукампани, не Адапутин Лесин и Сифи Вордем. Вот Орды немножко ветер строчатыми, а мост видишь, он же вот эти, когда Абиси, вот он начал выглядеть. Принцип, импал принцип, значит, гизнеш, the orders. Вот I can go there with only after right training. Ради, окей, I had to, I want to send you that security video. Поэтому, не знаю, показывать на этом или показывать на эту камеру. Нет, а поверьте, камера, это иранская, просто на атакера, они просто шилдируют мне, значит, изображение, сейчас на английский, необходимостью повернуть его на атакера, то есть угрозами. The shield на see reflection, listen, это неправильно, кстати, вот уже изображение. Значит, by necessity to turn camera, просто move camera out from the reflection on attacker. You see, on target, I go through this very many years. How long is this cheat? But understand that Russia now, in beautiful relations with Iran, you see, what merits this Russian territory? I don't think so. Сейчас я вам пошлю этот задрыл, это где меня? Сейчас мы сможем это закапчерировать, я не уверена. Ждите ответа. Если нет, то нет, извините. Дробишки сюда пошел рубить, ага. 5 метров от моего рабочего места. Чтобы меня здесь выставить, надо иметь очень большую систему. Шпионская динамика. Ну просто поверьте камеру, не на себя, а на такер. Знаешь, дорогой, я на тебя 5 минут поверну камеру. А ты дурно 3 минуты, чтобы съебал отсюда. Понятно? А я отсюда съебывать не собираюсь. Потому что когда человека надо убить, его убивают сразу, ему не угрожают, ага. Я так и знакома с криминальным миром. Так, эти вас не капчируют, видите, это ваша проблема. Угу. А это лужковская глупость, они будут оставить при своей секте, там, в Америке. Понятно? Они такая великую тему, как же, Америка, Путин и я. Еще похоронное ясновидение, вот вам, по соседям, как это называется. Понятно? Я их отправила вчера, они вот так подрочатся йоги. Понятно, нормально, зачем вам не спать, пусть... Не хотите еще послушать, чтобы рассказать про это? Путин это самое, Лесин и я. И Америка, да, Америка. А я на себя работаю. Сейчас вам пошлю один момент.